Да, ри, да. И я, и па, и па, и па. Привеста обою воля, мы будем с тобой говорить о том, как петь кайфово, как петь легко, как петь просто, как петь с удовольствием, как петь с подачей. Я хочу тебе рассказать, как можно это делать. Хочу тебя вдохновить на то, что пение – это не такой уж и сложный процесс. Пение – это процесс такой естественный, легкий, душевный. Тут главное понять основные принципы, как строится пение, как проще и открытие выражать себя, как расслабить свой голос, как найти новые идеи для пения. И пение превращается в очень увлекательный, простой и вдохновляющий процесс. Я пою очень давно, практически с самого детства. Пою по-разному, пою в разных стилях, много-много-много выступаю, путешествую по разным странам с рядом своих музыкальных групп. Во время путешествий я знакомлюсь с разными тоже музыкантами, с разными певцами. И всегда стараюсь уловить момент, чтобы поимпровизировать, поджемить, как-то перенять опыт. И теперь пришло время с тобой поделиться, потому что во время своих выступлений и своей такой жизни я начала преподавать и начала замечать, как действительно ученики раскрываются, как у них меняется жизнь, как им становится петь проще. И через какое-то время они мне начали просить, чтобы я какие-то материалы оставила, сняла, и по которым можно было бы заниматься. И я вот теперь этим и занимаюсь, составлением этих материалов, записью видео, в котором я хочу поделиться и со своими учениками, которые меня знают, и с тобой, если мы еще не знакомы, и вообще со всеми, кто найдет это видео, кому пригодится эта информация. Хочу поделиться тем, как можно петь просто, кайфово, что вообще пение, какое разнообразное и интересное это занятие, что голос, вообще голос человека – это просто огромная сила, это целый такой мир, который можно познавать, открывать и применять вообще в любых сферах жизни, не только в пении. Но а пение, конечно же, с познанием своего собственного голоса становится ярким, уникальным, непохожим и колоссально приносящим удовольствие.